«Слушайте доктора». Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора» и в студии Дмитрий Курдюмов. И Светлана Занько. Ну, мы говорили, что будем отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете на сайте в разделе под баннером программы «Слушайте доктора». И там есть такой вопрос. Варикоз. Вообще полное излечение возможно от него? Мы обещали, мы отвечаем. Мы обещали на прошлой программе, да, Дмитрий Александрович? И в связи с этим пригласили гостей, очень хороших. У нас в гостях Койков Константин Владимирович, заведующий хирургическим отделением Кировской городской больницы номер 2. Добрый вечер. Да, и Морозова Ирина Геннадьевна, главный врач Кировской городской больницы номер 2. Здравствуйте всем. Вот так Константин Владимирович раскрыл время записи нашей программы. К сожалению, вы не сможете позвонить слушателям в программу. Это не прямой эфир, а запись. И записываемся мы действительно уже вечером, да? А записываемся вечером, потому что вот регламентировано время работы Константина Владимировича. И сейчас он к нам приехал прямо после неотложной операции. И неотложная операция, кстати говоря, была связана с темой нашей сегодняшней программы. Что оперировали Константин Владимирович? Пациентка с варикозной болезнью, с осложненной формой, варикозной болезни с восходящим тромбофлебитом на уровне бедра, с высоким риском перехода тромба на систему глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, поэтому была выполнена операция кроссэктомии. Что это такое? Ну, это, по сути, операция не так большая, по перевязке большой подкожной вены в области устья, чтобы исключить вот эти осложнения. Да, Константин, скажите, а вот нашим слушателям, наверное, важно знать, а за что нам такая награда в виде варикозной болезни? Ну, варикозная болезнь – довольно распространенное заболевание среди пациентов, среди людей. Вот варикозная болезнь, она является, как бы, наследственно, имеет наследственную предрасположенность, и имеются факторы, непосредственно ее производящие, то есть это и образ жизни. Это связано с тем, что мы ходим вертикально? Это однозначно. Одно из основных условий развития варикоза – это вертикальное положение человека. А одна из возможностей вылечить, вернуться? Нет, ну, активный образ жизни, профилактическая направленность, здоровый образ жизни, физические нагрузки, питание, снижение веса. В общем-то, все, что вот производит саму развитие варикоза. Это, ну, а больше активный или пассивный образ жизни, все-таки, наш, слушайте, важно понимать, а больше влияет на развитие варикозной болезни. Кто подвержен риску больше из, да, современных, вот, скажите, людей? Скажите, наша профессия подвержена риску? Вот я, скажем, да, уже был в руках моих коллег в связи с тем, что все-таки мы хирурги, да, и много стоим операционного стола. Какой образ жизни больше влияет на развитие варикозной болезни? Однозначно, что риск развития варикоза у пациентов, ведущий сидячий образ жизни или связанный с длительной статической нагрузкой, так же, как и вот хирургия. Кто длинно стоит, наверное, больше, длительно, да? Мы стоит, уже, да, с доктором Курдюмовым обменялись тем, что мы оба в числе тех людей, у которых есть признаки варикоза, только у меня полегче стадия, видимо, я еще не была в руках хирурга. А у Дмитрия Александровича уже, видимо, более тяжелая. Да, я уже настоял, да. Да. Может быть, тогда мы еще раз ответим на вопросы, как не попасть в руки хирурга, да, то есть вашу легкую стадию, как не запустить. Давайте более тяжелую. Первые признаки. Какие первые признаки того, что ты либо предрасположен, либо у тебя же вот эта первая стадия варикоза? Варикозная болезнь, она не сама по себе не передается по наследству. Передается предрасположенность. Угу. То есть, и что это? Какие признаки? На генетическом уровне заложено подверженность разрушению стенки вены, нарушение структуры, разрушение клапанов. Особенность развития эндотелия сосудов, да? Ну, и эндотелия, и в том клапанов, числе, да? И клапанного аппарата, да, и факторы его производящие. То есть, вот не просто надо иметь предрасположенность, а иметь факторы, которые производят, то есть производят к разрушению вот именно этих клапанов, расширению вен. То есть у тебя есть предрасположенность, но не обязательно эта предрасположенность тебя приведет сразу к тяжелой стадии варикоза. Да, ну, вообще, даже приведет к заболеванию. Да, не каждая предрасположенность приведет к заболеванию. Константин Викторович, Владимирович говорит о том, что у нас вены нижней конечности снабжены клапанами. И тогда, видите, ведь кровь с нижней конечности должна подняться. А у нас есть система поверхностных вен, система глубоких вен. Да. Если в системе глубоких вен работает мышечная помпа, да, мы переминаемся с ноги на ногу, мы ходим, и кровь поднимается. То система поверхностных вен не так все просто и однозначно, там есть система клапанов.
И если человек долго стоит, либо клапаны развиты неправильно, они начинают пропускать, да, кровь начинает скапливаться в венах, и кроме того, еще есть как... Застаиваться, да, еще есть такие вены-коммуниканты, да? Сообщающие. Да, которые соединяют поверхностные сосуды с глубокими венами. Еще начинает иногда кровь сбрасываться поверхностной веной через коммуниканты. Вот тогда ситуация совсем неприятная. И уже, в общем-то, мышечная помпа перестает работать как таковая. Вот поэтому нашим слушателям нужно понимать, что вот сосудистая сеть, поверхностная сосудистая сеть, ну и, в общем-то, и глубокая венозная сосудистая сеть, она имеет клапаны, которые поэтапно с помощью мышечной помпы во время движения помогают крови, в общем-то, ну и под венозным давлением подняться, в общем-то, и преодолеть, ну, скажем так, вот этот круг. Да. То есть сами сосуды, их стенки и клапаны. Вот у тебя есть, возможно, там, счастливцы, у которых есть генетическая предрасположенность, должны еще заиметь факторы, которые усилят, там, воздействуют на эту генетическую предрасположенность. Совершенно мы начали верно. Уже их перечислять, почти все перечислили. Это там, статичное положение, вертикальное, долго. Там, те люди, которые стоят, да, не двигаются. Те, кто сидят, мы тут уже, на самом деле, с Ириной Геннадьевной и обсудили. И тоже не двигаются. Да, мало двигаются. Малоподвижный образ жизни, само собой, и питание. Те, которые люди с ожирением, избыточным весом. А практически у всех людей, которые страдают ожирением, варикоз? Нет. Все равно нет? Нет. Все равно предрасположены. Те, кто предрасположен. Да. Есть люди с низкой массой тела, но имеющие варикозную болезнь, варикозное расширение. Вот. Плюс факторы, которые возникают при развитии других патологических процессов, которые вызывают повышенное давление в системе как раз вот и глубоких, и поверхностных вен, в том числе и этой беременности у женщин. Беременность у женщин. Да, кстати, вот это очень важно. А также следует отметить прием некоторых препаратов, например, контрацептивов у женщин. Они также, как побочное действие, могут привести к развитию варикозной болезни. То есть надо иметь... Контрацептивы не совсем приводят к развитию варикоза, они приводят к развитию осложнений в виде тромбов. Варикозной болезни. Владимирович нам говорил в самом начале о том, что он пришел сегодня с операцией, когда вот была недостаточность клапана, да, вы сказали? Ну, пациентка с выраженной... Какой самый главный клапан вот у нас в системе поверхностных вен, который, в общем-то, раньше считали основным виновником, ну, сейчас, понятно, он основной виновник, но не все с ним связано. Это вот где он расположен? Вообще, варикозная болезнь есть в системе двух подкожных вен, большой и малой. Вот, и в системе большой подкожной вены это остеальный клапан, тот, который находится в паху, и где имеется сообщение как раз вот между глубокой системой вены и поверхностной. Вот наши предки-хирурги только его и перевязывали, да? Ну, еще изначально, вероятнее всего, да. Что-то такое вы между собой рассказываете, о чем совершенно не знаю ни я, ни наши слушатели. Ну вот мы начали говорить о том, что в системе поверхностных вен в венах есть клапаны. Да. А самый большой клапан, скажем, который, в общем-то, соединяет поверхностные вены с глубокими венами, он у нас называется... Остеальный клапан, да. И как раз вот если возникает его недостаточность, раньше все беды связывались с ним. То есть кровь сбрасывается в систему поверхностных вен, но раньше перевязывали только его, потом начали перевязывать еще и коммуниканты, ну и в конечном итоге подход к лечению он трансформировался в том варианте, в который вот сейчас. Который есть, да, сейчас. Да, сейчас, да. Ну вот, наверное, мы уже достаточно сказали о причинах возникновения варикозной болезни вен все-таки, а как она проявляется, почему, что беспокоит наших пациентов, да, и в конечном итоге, почему все-таки нужно этим заниматься? То варикозная болезнь и проявляется вот тяжелыми такими симптомами, она не сразу. То есть изначально все равно человек начинает замечать и косметически, то есть внешне. Звездочки. Появление, на ногах, да, звездочек. Вот первый симптом – это тяжесть в ногах к концу рабочего дня. Отек такой, да? Небольшая отечность, пастозность голени, да. Чувство жжения, распирания. Ну, знакомые до боли, вот. Мне лично. При более выраженных степенях венозной недостаточности появляются судороги в ногах. Вот. В дальнейшем, когда уже запущенные формы, тяжелые варикозные расширения вен с выраженной венозной недостаточностью, могут появляться атрофические язвы, чаще всего локализующиеся в нижней трети голени и очень плохо поддающиеся консервативному лечению. Константин Владимирович, ведь не всегда это связано с возрастом, еще раз это важно сказать. У молодых людей это тоже встречается.
имеете в виду осложнение? Ну, нет, вообще варикоз, начало болезни, да? Варикозная болезнь может развиться в любом возрасте. Даже у детей? У детей, конечно, крайне редко, но уже в юношеском возрасте довольно часто. Ну, просто это я обращаю внимание слушателей, что это не болезнь возраста, это болезнь... Конечно, да. Вот. И не болезнь пола, болеют и другие. Я уже молчу сегодня, потому что Дмитрий Александрович каждый раз говорит, что особенно женщины подвержены. Здесь я уже, слава богу, здесь не особенно женщины, хорошо. Каждую передачу, Светлана. Да, каждую передачу. Я просто опасаюсь, за что думаю нам такое. Как раз женщины чаще болеют из-за беременности. Все-таки есть связь, видите? Это, да, фактор. Вот, а... Да, и дальше, значит, когда возникают осложнения, как они проявляются? Вот внешне проявляется, видимо, глазом расширение вен, появляются отеки. То есть ты видишь прямо на поверхности ноги, что да, у тебя... Да, появляются внешне вены. Как червячки синие набухшие, змейки. Синие змейки. Да. Но вот все-таки кроме косметических вот таких дефектов, да, трофических язв, какие-то грозные еще осложнения в виде тромбов могут формироваться? Грозные, да, вот образование тромбов в поверхностных венах. Да. Которые могут служить причиной тромбоэмболии, наверное, да? Тромбы локализуются на уровне голени, то это не так страшно. Но если они выходят на уровень выше колена, и там они уже могут и переходить на глубокую систему вен, и отрываться оттуда. И что? Вот. Если тромб отрывается, то возникает угроза смертельного осложнения в виде тромбоэмболии и легочной артерии. Где этот тромб остановится? Улетит по системе? Идти ему некуда, он попадает только в легкие. Да. Могу я себе, я себе представляю там самую страшную стадию варикозного расширения вен, это когда вот эти синие червячки, о которых вы говорите, Ирина Геннадьевна, они такие, большие узлы, да. И мне кажется, тогда возникают тромбы, или тромбы даже без этих признаков могут возникать? Нет. Ну, тромбозы в системе поверхностных вен, они могут возникать и без наличия варикозной болезни, но наиболее часто, конечно, при наличии варикоза. Вот. Наличие вот этих червячков на голени – это еще не самое страшное осложнение, это не осложнение, это и есть вот проявление варикозной болезни в стадии там последней, да, такой выраженной. А тромбы проявляются уплотнением вот именно вот этих вен, появлением покраснения над этими венами, болезненностью, ну и в виде красной полоски тяжа над ними. Пациент, который сегодня был на хирургическом столе, это была неотложная операция, да, связанная с тромбозом? Вот именно что с появлением на фоне варикозной болезни, появлением тромба, который распространялся с голени на колено, на область колена и выше до уровня средней верхней трети бедра. Уже что пришлось сделать? Вот из чего состояла операция? Операция не радикальная, то есть не устраняющая саму патологию, варикозную болезнь. Операция, предотвращающая осложнение вот в виде тромбоэмболии. Делается небольшой надрез в паховой области и перевязывается вот эта большая подкожная вена в области перехода на глубокую. И, в общем-то, оставляется. Она перестает действовать, эта вена, в таком случае, когда ее перевязывают? У нас на ногах системы две. Глубокая и поверхностная система вен. Это вы сказали. 20% крови, только 20% крови оттекает через систему поверхностных вен, а 80% через глубокую. После проведения вот такой операции, устраняющей осложнение, основная масса крови продолжает оттекать через систему глубоких вен, потому что есть еще перфорантные вены. Светлана, то есть просто трафик крови перенаправляет. Нашим слушателям нужно сказать о том, что вот та операция, о которой говорили, я так понимаю, Константин Владимирович подразумевал этапную операцию, потому что в дальнейшем операция будет, ну, скажем так, радикальная, и не надо забывать о том, что есть возможность установки кавофильтра. Потому что, в общем-то, бывает так, что начинает тромбоэмболия мелких ветвей артерии, дальше подсыпает, и, в общем-то, радикально решить эту операцию уже можно с участием только уже сосудистых хирургов. Угу. Мы говорим, что есть разные уровни, разные этапы оказания помощи, скажем, вот в данной ситуации. Но сегодня я уверен, что будет сделано, скажем так, оптимальный, скажем так, наиболее правильный вариант, ну а в дальнейшем
дальнейшем, естественно, работа с этим пациентом будет продолжена. Надо куда вот дальше этого пациента? Пациент или пациентка у вас сегодня? Пациентка. Пациентка. Куда она дальше вот пойдет? В данном случае пациентка получит курс еще консервативного лечения по поводу самого тромба, потому что он остался на месте. Этот тромб будет рассасываться, и в последующем, через 3-6 месяцев, ей будет рекомендовано плановое оперативное лечение по удалению вот этих всей системы расширенных подкожных вен. Которые она может получить в условиях вашего отделения, нашей больницы. Городской больницы номер 2. А это вообще длительный период, когда у человека уже такая серьезная стадия, да, когда видны все эти вены, когда образовались тромбы. А как долго занимает? И, да, и основной это вопрос, излечимо ли это кардинально? Вы имеете в виду период развития от появления варикоза? Период лечения я имею в виду. Когда уже есть у тебя варикоз, когда у тебя уже есть эти синие червячки и даже тромбы? У каждого пациент, каждый индивидуален. У каждого скорость развития вот этого варикоза разная. Поэтому от появления первых признаков до значительно выраженной венозной недостаточности может проходить разный период времени. Вот, ну, от нескольких лет до десятков лет. Тут ведь еще важно понимать, что не надо доводить до крайней стадии. Да, вот, да. Скажем, а если брать мое отношение, почему я решился, я увидел, что есть изменения, я понимал как хирург о том, что возможно какие-то последствия, ну и принял решение убрать измененную сосудистую сеть. Я думаю, надо сказать слушателям, вот все почему-то считают, что этим должны заниматься только сосудистые хирурги, но это вот не так, да, надо дать понять нашим слушателям, а куда можно обратиться, в какой стадии это правильно сделать и какие возможности есть в городской больнице номер 2 в хирургическом отделении. Поэтому, ну, это не то чтобы операция, не требующая, естественно, компетенции, но это достаточно деликатная операция, ну, которая с успехом, я так понимаю, выполняется и нашими ведущими хирургами. Вообще не каждый пациент, который имеет варикозную болезнь, должен быть оперирован. То есть все равно есть и показания, вот начнем с чего, да, Константин Владимирович? Вот, и, ну, если уже варикоз довольно выраженный, там, до полусантиметра, да, но это уже довольно крупный. Если появляются судороги, если появляется отечность к вечеру, то есть такие пациенты, в принципе, с целью профилактики вот этих осложнений должны быть оперированы. Операция выполняется, да, и может выполняться и в общехирургических стационарах, в том числе и в нашей больнице. Вот. Осложненные формы, когда требуются коррекции клапанов глубоких вен или, скажем, да, с постановкой этих кавофильтров, то это занимается отделение сосудистой хирургии, в данном случае нашей областной больницы. Ну вот человек, у которого варикоз, он может прийти со своим полисом ОМС в городскую больницу номер 2? На прием кому? Или то сначала вы сейчас в поликлинику пошлете человека, да? Нет, однозначно пациент... После последние 2 года, после маршрутизации пациентов, вот, было перераспределение, и пациенты и областные стали направляться из районов нашей области, в городские больницы, в том числе и в нашу. Вот, пациенты после консультации специалистов поликлиники или сосудистых хирургов, которые требуют оперативного лечения, направляются к нам, я их осматриваю, и так как операция плановая, пациент, а без направления пациент, может прийти человек к вам? Если даже пациент придет в часы, когда я осматриваю их, то он будет осмотрен. Ну, потому что с сосудистыми хирургами в поликлинике, мне кажется, проблемы. Это редкий нет, вид. Это редкий вид. Ну, вообще практически ни у одной поликлиники нет лицензии на именно сосудистую хирургию. Там сидят общие хирурги. А для того, чтобы прийти на консультацию к Константину Владимировичу, совсем не обязательно сосудистого хирурга. Достаточно направления от хирурга из своей поликлиники. Либо, если нет хирурга, может быть, направление от врача общей практики. Наверное, стоит пояснить, что Константин Владимирович ведет отборочный прием консультативный все дни, кроме вторника, с 8 до 9 в приемном отделении нашего стационара. И правильно я понимаю, Ирина Геннадьевна, что ты не привязан по месту жительства, не обязательно жить в Нововятске, чтобы прийти в городскую больницу номер 2? Не обязательно жить даже в Кирове. Даже в Кирове не обязательно достаточно жить. Иметь действующий полис ОМС. И даже не только в Кировской области. И ведь, кстати, не так давно это все произошло, да, насколько я понимаю? Вообще, вот я говорю, что маршрутизация последние 2 года. А в принципе, как раз отвязка пациентов от участкового принципа вот этого оказания хирургической помощи, она произошла. Наверное, около 5 лет
Когда мы перестали вообще смотреть прописку, скажем так, мы ее фиксируем в документах, но мы никак не рассматриваем это с точки зрения принять пациента или отказать в помощи в нашей больнице. То есть абсолютно прописка не влияет на... А люди-то знают об этом, Ирина Геннадьевна? Очень пользуются? Бы хотелось, чтобы знали. Они задают вопросы, и в том числе и на радио. Вопросы приходят и на сайт больницы зачастую. А можно ли у вас полечить варикоз? А можно ли у вас сделать операцию? То есть кто-то знает, а кто-то просто слышал. И хорошо, если в сегодняшней передаче мы эту информацию доступно дадим. То есть направление от своего терапевта или участкового хирурга иметь, что обозначено варикоз, и дальше со своим полисом ОМС можно в городскую больницу номер 2 на прием Константину Владимировичу Койкову, заведующему хирургическим отделением Кировской городской больницы. Хотя у нас есть очень грамотный пациент, который читает федеральный закон, где написано, что оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи бывает и при самостоятельном обращении пациента. И Константин сказал, что он тоже принимает таких пациентов, но направление оно крайне желательно, безусловно. Какой-то первичный осмотр, потому что, в общем-то, нет времени, естественно, узкому специалисту, а хоть, Константин хирург, но не судистый хирург, но он все-таки узкий специалист, ему некогда заниматься таким первичным отбором. Он должен быть тогда работать его эффективнее и продуктивнее. Здесь стоит еще отметить, что далеко не все, кто придет с этим направлением, они будут 100% взяты на операцию. Константин Владимирович вправе принять решение, что операция пока не показана. Например, не та степень. Правильно, Константин Владимирович, мы поясняем? В общем, да. И не только, что не та степень, а если имеются противопоказания к выполнению, во-первых, вообще самой операции. Например, какие? То есть не всегда. Операция – это возможно. Наличие варикоза – это может быть связано не только с разрушением клапанов, а с нарушением оттока по системе глубоких вен. И в данном случае операция только ухудшит состояние пациента. То есть надо знать состояние глубоких вен, выполнять ультразвуковое дуплексное исследование вен и состояние глубоких вен. Поэтому вот если пациенты... Это обследование можно у вас пройти в больнице? К сожалению, пока. Это исследование нашими врачами не выполняется на сегодняшний день. Врачи только в стадии обучения, но мы играем на аукционах, покупаем эту услугу для пациентов. То есть если врач ее назначает, у пациента на руках направление от врача, то он не просто так идет и ищет эту услугу где-то, а в конкретной ЛПО, которая выиграла аукцион, и больница оплачивает эту услугу. Горбольница номер 2 – это доступно, другими словами, делается, может быть, по договору, другими специалистами. Вот, Константин, скажите, а какие основные типы операций все-таки приходится чаще выполнять в вашем отделении при варикозной болезни вен? В основном при неосложненных формах выполняем комбинированную флебэктомию. Вот, если имеется... Это что такое? Вот нашим слушателям, чтобы было доступно. Комбинированная флебэктомия. Ну, вариантов операций, способов удаления подкожных вен, их довольно много. Вот, мы не приверженцы выполнения каким-то одним единственным способом. Вот, а удаляем подкожные вены по методикам, наработанным разными авторами в разные годы, наиболее эффективными, то есть на уровне бедра, скажем, там удаляем на зондах, на уровне голени из маленьких дополнительных разрезов. Ну, то есть малоинвазивно все, по большей части. Да. К сожалению, пока нет у нас эндоскопических возможностей. С хорошим косметическим эффектом, да? Для женщин это важно. Мне кажется, для всех это очень важно. Знаете, даже я спрашивал, сколько будет разрезов и какой будет эффект. Мне сказали, разрезов будет столько, сколько нужно, а эффект будет хороший. Совершенно верно. Да, бывает, что и до 25 и более разрезов. Ну, в зависимости от количества перфорантных вен. От степени варикоза и от степени от наличия перфорантов. Что такое перфоранты? Это сосуды, вены, которые сообщают систему поверхностных и глубоких вен. И все-таки я еще раз задам этот вопрос. Вот насколько эффективно и насколько капитально можно провести ремонт пораженных вен? Вот если излечим ли варикоз? Сама по себе варикозная болезнь, можно сказать, что ее вылечить невозможно. Можно с помощью операции убрать именно расширенные вены, из-за которых происходит выраженный застой. Но сама по себе варикозная болезнь остается, и после операции также приходится носить компрессионный трикотаж, принимать препараты, повышающие тонус вен. Это масса флеботоников.
фирмы выпускают разные, поэтому в аптеке их арсенал довольно большой. Еще какие рекомендации получают ваши пациенты, выписывают, что им нельзя, скажем так? Пациентам нежелательно и после всех операций, вообще с варикозной болезнью, это жаркие бани, парение ног. Это мы сейчас как раз обсуждали. Избыточная, да, инсоляция. В преддверии летнего периода, когда все избыточная инсоляция, это на солнце, доступным языком это для пациентов. Да, это солярий. Солярий, солнышко, да. Нельзя, баню нельзя. Да? Сама по себе баня возможна, но парение невозможно. Вот. Зато что можно? А, ну вот, кстати, а пища какая-то, она тоже сказывается на... Пища, которая ведет к ожирению. Которая ведет к ожирению. А тогда что нужно делать? Если вот это там нельзя, то что нужно делать для того, чтобы облегчить свою участь? Обязательно носить компрессионный трикотаж. Раз. Даже если у тебя только звездочки появились. Даже что появились звездочки, есть компрессионный трикотаж разных классов в зависимости от стадии. И подскажет тебе врач, когда врач ты придешь на приеме, на консультацию. Да. Вот. Второе – это прием флеботоников. Ну, какие-то флеботоники можно перечислить? Какие-то? Венорост, Детролекс, Флебофа. Они все помогают? Они повышают тонус вен, они не излечивают. Не излечивают. Они только помогают тогда, когда доктор назначает. Вот. А, вот такое мнение, да. Курдюмова. Понятно. Так. Значит, занятия физкультурой, профилактические упражнения. Тоже ведь не все, наверное, виды там, физической культуры. Только лечебная физкультура или вообще спортом? Лечебная, тяжелая нагрузка, которая вызывает повышение давления внутрибрюшного, с давления внутри глубоких вен, это противопоказано. Плавание, наверное. Плавание, ходьба. Ходьба. Вот Ирина Геннадьевна очень важно затронула, скажем, тему, на мой взгляд, и мы ее так коснулись вскользь, это возникновение варикозной болезни вен, ниже конечности во время беременности. Да? И я думаю, что эта тема может сочетаться с профилактикой возникновения варикозной болезни вен нижней конечности, да, вот было сказано про ношение компрессионного трикотажа, да. Вот, Константин Ильич, Ирина Геннадьевна, а вот что можно посоветовать женщинам при, скажем так, возникновении беременности, если они предрасположены к варикозной болезни, что нужно носить, на что уделить внимание для того, чтобы, в общем-то, варикоз, ну, не развился, да, и, наверное, он происходит потому, что подвздошные вены в той или иной степени подвергаются компрессии плодом, да, в общем-то, это приходящая компрессия, которая нарастает со сроком беременности, да, и в конечном итоге она устраняется, да, вот в это время какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы варикозная болезнь, она, в общем-то, не развилась, а пошел нормальный отток по глубоким венам. Вот для этого, в любом случае, вот лично я считаю, что пациенткам, людям, женщинам, находящимся беременными, им обязательно нужен компрессионный трикотаж. И бандаж. Раннее ношение бандажа? Ну, бандаж, он не столько... Даже с целью профилактики. Даже с целью профилактики. А скажите, а во время беременности случаются неотложные операции, связанные с... Если у пациентки есть варикозная болезнь, то... Не и так и редко, да, бывают осложнения в виде тромбозов, да, вот этих. Поэтому тем, кто склонен к варикозу, прежде всего нужно пойти, даже планируя беременность, идти к врачу и лечить этот самый варикоз, да, и находиться под строгим вниманием, в том числе и хирурга, да? Конечно. Вот, я хотела еще поговорить о том, что мы затронули же эту тему, что очень многие... хирургические операции сейчас, которые производятся в городской больнице номер 2, там, с Ириной Геннадьевной обсуждали, люди даже и не знают, что это можно сейчас все и доступно, и делается. И точно так же, как мы говорили про операции варикозного расширения вен, связанные с варикозным расширением вен, можно, имея на руках полис ОМС, направление от врача или даже без него, получить эту помощь в городской больнице номер 2. Да, и я думаю, что Константин Владимирович нам сейчас перечислит операции, какие они еще делают, чтобы не сложилось впечатление у наших слушателей, занимается. Что мы занимаемся только варикозом. У нас в отделении работают 3 врача, 2 из них с высшей квалификационной категорией. Вот, оперативных вмешательств мы выполняем довольно много. Вот, основной спектр плановых операций, которые выполняются в нашем отделении, это все формы грыжесечений при разных формах грыж передней брюшной стенки с использованием пластики местными тканями и имплантатами Алла. Имплантантами, сетками, в народе говоря. Mm-hmm. Вот, при грыжах внутренних брюшной полости, вот, операции при желчекаменной болезни, как в неосложненных формах, так и осложненных, с использованием как традиционных способов открытыми, так и эндоскопически с помощью эндовидеохирургической стойки.
То есть вот лапароскопические операции проводятся, да, вот как раз те же самые малоинвазивные операции доступны. Вот. При осложненных формах желчекаменной болезни, при наличии камешков, которые выпали из желчного пузыря, закупорили протоки, такие операции мы тоже выполняем при наличии показаний. Вот в связи с тем, что сейчас маршрутизация изменилась, у вас увеличился поток пациентов, которые идут на хирургические операции? Увеличился поток пациентов, и число операций, если я ошибусь, поправьте, Константин Владимирович, в 2015 году в сравнении с 2014 в два раза увеличилось. А сколько в абсолютных цифрах? 800. Порядка 800 с чем-то. Вот за счет кого поток увеличился? За счет горожан, за счет районов или за счет других областей? Из других областей единицы, а районов, наверное, процентов 27 у нас вышло по статистике прошлого года. В основном, ну, кроме, конечно, с нашего навязка района получается у нас примерно треть пациентов, а все остальное это район обслуживания городских, район обслуживания поликлиник города и районов. Ирина Геннадьевна, вот, наверное, хочется, чтобы вы ответили на такой вопрос. А что делать нашим пациентам, если по каким-то причинам говорят, что в областной больнице мест нет и больше вас никто не примет, скажем, с варикозной болезнью, с операцией лапароскопической на желчном пузыре? Вот как правильно себя пациентам повести? Из районов, да, из районов нашей области, потому что иногда, вот, скажем так, незнание порождает вот такие, ну, несуществующие очереди, скажем так, да? Да. Незнание, оно порождает и ряд жалоб и недовольства, в том числе нашей отраслью здравоохранения. Если пациенту дали направление в областную больницу на оперативное вмешательство, но он туда либо не захотел поехать, либо, как вы сказали, там нет мест, он может также обратиться в нашу больницу в отборочные часы с 8 до 9, кроме вторника. И Константин Владимирович проводит отборную операцию и запишет на конкретный день. Человек пройдет минимальную подготовку по месту жительства, то есть день операции он должен прибыть подготовленным, в том числе справку от терапевта иметь, что у него нет противопоказаний по соматической патологии. Если он постоянно принимает препараты от давления, он, соответственно, должен быть компенсирован с давлением и базисную терапию соблюдать, ну и по ряду других. Могут обратиться в эти часы вне зависимости от того, как областная больница им отказала или перенесла, может быть, это лечение. Отборочные часы – это как раз, да, вот, когда приходят люди со своей вот медицинской картой, смотрит врач их, в данном случае Константин Владимирович, и назначает дату, выдает такую бумажечку, я сама получала перед операцией. Перечень необходимых обследований. Знает дату, когда приедет, и к этому времени просто приезжает уже госпитализироваться. Да, совершенно верно. На операцию. А если у кого-то есть знакомые иногородние из других территорий, что можно посоветовать, как правильно обратиться к вам? Мы не отказываем иногородним, и для этого даже знакомства не нужны. Они могут обратиться как в нашу поликлинику, к нашему хирургу, имея на руках действующий полис. И точно так же обратиться на отборочный прием. Но все же мы говорили, что у Константина Владимировича это не амбулаторный прием. И большой поток без направлений, просто по самому желанию, он не должен быть. Все-таки с поликлиники начинать. Иногородние могут прийти в нашу поликлинику к хирургу. И если есть показания к операции и нет противопоказаний, им дадут направление на отборочный прием Константину Владимировичу. Будут направлены, да, конечно. И помощь оказана бесплатно, квалифицированная. В рамках полиса, в рамках базовой программы, квалифицированная полис, квалифицированная помощь, все будет оказано для пациента бесплатно. Вот в связи с тем, что увеличился поток, но тоже обращаясь к собственному опыту, я такое назначение на дату операции там получила с там горизонтом в 3 недели. То есть вот я приехала на отборочный, да, прием, и мне назначили дату через 3 недели. Я снова приехала на операцию. У вас какой срок, если это плановая операция? Давайте вспомним о том, что вообще сроки ожидания плановой помощи, они установлены нормативными документами и составляют 30 дней. То есть ожидание плановой госпитализации в рамках 30 дней, а ваши 3 недели календарных 30 дней. То есть здесь ни мы ничего не нарушаем, ни на течение болезни это никакое неблагоприятное влияние не окажет. Причем слушателям нужно понимать, что когда он приходит на прием, а иногда Константин Владимирович принимает решение о том, что сейчас не показано, а придите через месяц.
Может быть и такое. Мы понаблюдаем. Это не значит, что очередь, скажем так, срок ожидания необоснованно удлиняется. Такое тоже бывает, но если операция показана, то это 30 календарных дней. И... Ну, просто и правда не все знают, да, почему именно такой срок назначается. Не все читают законодательство. Есть нормативы. Я это понимаю, но не все читают законодательство. Время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, мы сегодня говорили о варикозе, как его лечат, как он возникает, как себя вести, если у тебя есть предрасположенности к этой болезни. А также мы благодарим Ирину Морозову и Константина Койкова, представители городской больницы номер 2, за то, что рассказали все это. И это очень важно, на самом деле, вот такой ликбез, и правовой в том числе, это очень важно, о том, что сейчас мы, имея на руках полис ОМС, направление от врача или просто болезнь, к сожалению, с собой в нагрузку, можем получить в хирургическом отделении больницы номер 2. Это город Нововятск, напоминаю. Это Нововятский район города Кирова. Я еще долго, видимо, буду так. Город-город. А мне кажется, вам нравится, Ирина Геннадьевна. Благодарю. Это была программа «Слушайте доктора» и Дмитрий Курдюмов. Светлана Занько. Прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Всего доброго и будьте здоровы. «Слушайте доктора».